Знать место, где ты родился, вырос, беречь и сохранять его. С этими задачами ученики Мариинской гимназии справляются на отлично. Каждый год в гимназии отмечают День родного края. Старшеклассники гимназии проводят для младшеклассников познавательные викторины, а ребята 9-10 классов проверяют свои знания в краеведческом диктанте. Этот год не стал исключением. Мы, конечно, тоже постарались придумать что-то интересное, необычное, рассказать детям, узнать о том, что они знают, как-то сфокусировать те знания, которые есть, чтобы ребята могли ими поделиться. Мы стараемся дать нашим детям те знания, которые им могут помочь. Мы рассказываем о красотах, о том, что есть в нашей Ульяновской области, как она развивается, как она процветает. Вовлекли в географическое событие учеников с 1 по 10 класс. Каждый желающий смог посетить выставку «Любимый уголок города», подготовленную младшеклассниками. Ребята 5-8 классов познакомились ближе с местом, в котором они живут, во время интерактивных викторин и классных часов. Девятиклассники написали краеведческий диктант и создали коллаж «Мой край в красках». Главной концепцией нашего коллажа была идея, что Ульяновск включает в себя множество различных качеств, такие как историческая, культурная, духовная. И мы клеили коллаж. Мне запомнилось, потому что этот урок мне запомнился, потому что мы работали по группам, в команде. Это было очень интересно. Мы много рисовали, вырезали картинки, клеили, обсуждали, какая будет идея нашего коллажа, как мы разместим. Получили новые знания не только участники, но и организаторы мероприятия. Ими стали ученики 10 А-класса под руководством классного руководителя. Подготовка к подобным мероприятиям – ответственный и не менее увлекательный процесс. Было очень интересно добывать информацию, потому что ее оказалось очень много, и она была такая шокирующая, потому что мы многого не знали о Ульяновске. И было очень приятно работать с детьми, потому что они нас слушали и вникали в процесс. Знакомят с историей, достижениями родного края юных гимназистов на протяжении всего учебного года. Учреждения регулярно проходят мероприятия патриотической направленности. Гимназисты посещают музеи, краеведческий, литературный, музей Гончарова. Доброй традицией школы стали экскурсии по различным местам региона и участие в краеведческих конкурсах и мероприятиях города. Я люблю свой край! Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.